Привет, друзья! Это малышка Рапунцель, и она любит смотреть фильмы ужасов. А это мать Рапунцель. Наслаждаемся фильмом с мамой и малышкой Рапунцель. Фильм ужасов. О нет! Что происходит? Почему мать Рапунцель и дитя засасывают в телевизор? Кладбище? Что это за место? Пожалуйста, спасите маму и малышку Рапунцель! Почему ребенок и мама Садако тоже здесь? О, это же дьявольский мир! Но все дружелюбны и не обидят тебя. Первый тур – соревнования по боксу. Младенцы готовы? Начинаем! Садако, будь осторожна! Ой, кто-нибудь видит, где Садако? Кажется, победить Садако непросто. У Рапунцель кружится голова. Один ноль в пользу Садако. Второй тур. Конкурс стирки белья. О, одежда такая грязная. Мама Рапунцель и Садако будут спорить в камень-ножницы-бумагу. Стиральная машина или ручная стирка. Стирать руками непросто, правда, мама Садако? И похоже, что мама Рапунцель более легко. Просто положить одежду в стиральную машину, нажать кнопку и ждать, пока белье постирается. Мамы, боритесь! Похоже, у нас есть победитель, верно? О май гад! Результат превзошел ваши ожидания. Один-один и для матери, и для дочери. Третий тур. Конкурс по пошиву костюмов. О, какие красивые ткани! Мама Садако пошила платье. А что насчет матери Рапунцель? Мама Рапунцель создает многослойное платье принцессы с классическими пышными рукавами. Это так красиво, ребята! Платье будут яркие цвета заката и рассвета. Добавьте еще ярких звезд. Прикрепите сверкающие бусины, чтобы платье получилось незабываемым. Пора переодеваться, мама Рапунцель.
мама Садако выходит на сцену с заслуженной пятеркой. Мама Рапунцель очень уверена в себе. И пятерка с плюсом, Рапунцель. Oh, yes. Поздравляем пары мамы и дочки с прекрасным результатом. О, так это был сон! Просыпайтесь и встречайте рассвет вместе, Рапунцель! Добро пожаловать на самый ожидаемый семейный конкурс года! Представляем нынешнюю команду чемпионов, семью Рапунцель, а также самую загадочную команду, семью Садако. Будем очень ждать грядущих ожесточенных соревнований. Семья Рапунцель тренировалась в спортзале и подготовилась к состязаниям. Грамотно составленный план упражнений от выбора тренировочного материала до самих тренировок увеличит шансы на победу для всей семьи. Кен тренирует мышцы с отягощениями, а мама Барби и малышка повышают выносливость тела с помощью толчков мяча и игры с обручем. В полночь семья Садако находилась на кладбище и была готова к тренировкам. Пока отец Франкенштейн поднимает тяжести, мама Садако будет отжиматься, а ребенок будет заниматься боксом, чтобы иметь очень гибкое и подтянутое тело. Настал день конкурса. Желаем обеим семьям победы! Первый раунд. Перетягивание каната. Семьи перед стартовой линией. Раз, два, три, старт! Веревка натягивается в обе стороны. Шансы делятся поровну. Но победа достанется более сильной команде. Поздравляю! Первая победа досталась семье Рапунцель при счете 1-0. Второй раунд будет очень напряженным с борьбой на руках. Обе семьи готовы! Первую половину мамы сыграют под восторженные аплодисменты публики. Садако побеждает и, поздравляю, победа принадлежит Садако. Теперь надежда на Кена. Ух ты, Кен сделал это быстро. 1-1. К соревнованию присоединилось двое малышей. Малышка Рапунцель напугана из-за угрозы малыша Садако, поэтому победа за малышкой Садако. После двух раундов счет сравнялся. Скоро начнется третий раунд. Конкурс шитья. Пожалуйста, постарайтесь. Семья Рапунцель умело скроила и сшила впечатляющие и яркие наряды из красивой радужной ткани. Семье Садако досталась ткань угольного цвета. Садако создаст платье с пышными рукавами и прямой юбкой. Милое платье принцессы с низкими рукавами для малышки. А Франкенштейну идеально подойдет элегантный и роскошный костюм. Простая черная ткань умелыми руками Садако превратилась в роскошные и красивые наряды. Каждая строчка идеальна. Садако поистине талантлива. Наряд станет еще более ярким, если украсить его серебряными блестками и сверкающими бусинами.
какие шикарные новые платья! Семья Рапунцель сияет на сцене в ярких радужных платьях. Они получают высокую оценку. Поздравляем! В это время на сцене появляются члены семьи Садако. Благодаря впечатляющему, элегантному и изящному дизайну нарядов, семья Садако полностью заслуживает наивысшей оценки жюри. Обе команды выступили хорошо. Ждет ли нас ничья в этом году? Жюри решило вручить трофей обеим командам. Они действительно этого заслуживают, правда? Поздравляем!